Чердаклинском районе близ села Красный Яр работа над будущим ветропарком кипит круглые сутки. Уже сейчас с большого расстояния можно заметить две огромных ветроустановки, каждая по 2,5 мегаватт. Всего же их будет 14. За ходом работ проследил глава региона Сергей Морозов. На данный момент идет монтаж всех станций. По состоянию на сегодня все фундаменты смонтированы. Как я уже сказал, смонтированы две башни, смонтированы 12 трансформаторных подстанций. Две подстанции находятся в монтаже, планируем закончить на этой неделе. Также идет прокладка кабеля. На сегодня готовность по прокладке кабеля порядка 40%. Ульяновский ветропарк станет первой подобной площадкой в России. Объем инвестиций в проект компании «Фортум» составил более 5 миллиардов рублей. К пуску и наладке оборудования планируют приступить уже в сентябре, чтобы успеть сдать объект к концу этого года. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.